heaven on earth. Давайте поднимемся на ноги и прославим чудесное имя Иисуса. Воскликните «Аллилуйя». В мире Духа нет расстояний. Мы все собрались вместе. Сотни тысяч верующих во имя Иисуса, которое превыше всех других имен. Сегодня я принесу вам частичку небес. Один великий проповедник как-то сказал мне, когда приходит ад, фокусируйся на небе. И сегодня утром мы будем фокусироваться на небе, небе, небе и атмосфере небес. Бог за вас и Бог с вами во имя Иисуса. Я приветствую зрителей ТБН, сотни тысяч людей по всей Африке, которые смотрят нас на One Gospel, Facebook и YouTube, а также слушают станцию CRC Online. Я передаю особый привет всем нашим зрителям России во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Я приветствую всех в Израиле, Америке, Европе, Индии, Китае и Африке. Бог сказал, что земля наполнится познанием славы Господней, как воды наполняют моря. Хочу сказать вам, Бог движется, дьявол ничего не может поделать с этим. Если вы верите в это сегодня, то воскликните «Аминь». Прославьте Господа. Здесь собралось множество людей, много тысяч ангелов. Аллилуйя. Мы ходим верой, а не видением. Пусть каждый ненавистник успокоится, потому что они не могут остановить то, что задумал Бог. Присаживайтесь и открывайте свои Библии на Евангелии от Иоанна, 14 глава. Давайте продолжим говорить о небесах на земле. Вы скажете, «Пастор, вы говорили об этом в прошлом году». Это не просто название. Это Божий план восстановления, Божий климат для земли, который Он желает принести через чудесную личность Духа Святого. Итак, 14 глава, 25 стих. Иисус говорит, «Сие сказал Я вам, находясь с вами». Утешитель же, или помощник, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. «Все» в 21-м также означает «все». Это означает, что Он научит вас воспитывать детей, вести бизнес, поправлять паруса, проходить долину смертной тени, научит вас, как переправиться на другую сторону. Пока наши церкви не откроются в ближайшие недели, я буду сам отвечать себе «Аминь». «Проповедуй, проповедник». «Аминь». «Аминь» означает «Да будет так». И напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Никакой бес, никакой ковид, никакой вызов не имеет права лишать вас мира. Мой мир даю вам, не так, как этот мир дает. Он не скрывается в упаковке таблеток, бутылки алкоголя или онлайн-казино. Он скрыт в личности Духа Святого. Он говорит, «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Мы разберемся с духом страха. Не пропустите нас сегодня. Я знаю, что сегодня мы будем в одном канале и в соцсетях. Сегодня вас ждет экстренное послание, и мой тон в нем будет отличаться от того, что вы слышите. Сегодня утром мы будем разбираться с сатаной. И вот что я хочу сказать. Иоанна 15:26. Библия говорит, когда же придет утешитель или божественный ободритель, и это слово «параклитос». Оно означает «помощник» или «утешитель». Кому-то из вас сегодня нужно это утешение. Многие знают, что мы боремся за то, чтобы наши здания открылись. Но всегда находятся люди, которые скажут, «Церковь — это не здание». «Простите, но вы не дома». «Хватит говорить чушь». Мы говорим о том,
чтобы люди могли собираться вместе, чтобы поклониться Богу, пережить Его лично. Вот о чем мы говорим. О том, чтобы потерянные пришли и спаслись. Мы говорим о том, чтобы сокрушенные сердцем были исцелены. Мы не говорим о том, чтобы религиозные люди сидели и кисли в своем болоте. Мы хотим помогать людям. Знаете, мое сердце сокрушается от этого. Я сильный человек. Вчера я выложил пост о том, сколько молодых людей захотели впервые прийти в церковь, но не смогли. Люди говорят: «Пастор, я никогда не думал, что мне нужна церковь, но я понял, что нуждаюсь в ней. Мне больно, и я разбит. Мой брак распадается», ну и так далее. «Мне нужно быть в Доме Божьем, и я хочу сказать вам, не называйте себя христианином, если вы против собрания святых. Скажите Будде или кому-то еще, но не называйте себя христианином». Нет, мы как никогда нуждаемся в том, чтобы церкви были открыты. Бог согласен со мной в этом, ваше одобрение мне не нужно. Ведь сказано: «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Он наставит вас». Если кто-то действует по Духу Божьему, то он будет утешать, ободрять, помогать. И это климат небес. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель, ободритель, помощник не придет к вам, а если пойду, а вот и она, встречайте». Прекрасно, как всегда. «Так вот, я пошлю его к вам». Обратите внимание, это наш Дух Святой. Дух Святой — это не оно. Дух Святой — это не переживание воскресения. Так, давай-ка минутку, постой спокойно. Хорошо. Дух Святой — это не явление, не гусиная кожа, хотя от него и бывает гусиная кожа. Дух Святой был послан Иисусом Христом, чтобы быть вашим помощником, который находится рядом с вами. Вот, Он укрепляет и вас, и меня. Бог обещал, что Он не только будет за вас, но и будет с нами. Будь со мною. Он ваш ходатай. И это удивительно, когда вы не знаете, как молиться, Он знает, как нужно молиться. Я часто ложился спать уставшим, но на следующее утро просыпался с новыми силами. Я знаю, что за меня молились. Дух Святой ободряет нас. Я ощутил новый прилив сил. Я так устал, как пес. Не старый пес, просто устал, как пес. А на следующее утро был полон сил, обновлен. Я знаю, что Бог использовал святого силой Духа Святого. Это человек, который даже не знает меня и живет в Индии или в Китае. Или это может быть кто-то из ходатаев CRC, который молился за меня, поддерживал меня и утешал меня. Он наш заступник. Аминь. Он наш учитель. Иисус послал его лично к вам. Если мы хотим пройти через эту бурю и увидеть восстановление. Вы говорите: «Пастор, вы уже говорили об этом». Я буду говорить об этом, пока вы не поймете. Вам не удастся сделать этого отдельно. Нет, не получится. У вас не получится сделать это, если вы повернетесь к Нему спиной. Потому что, как сказал Иисус, «Лучше, чтобы я ушел, ведь когда я уйду, то пошлю Его, подобного мне. Он будет ободрять вас, болеть за вас, мотивировать вас, укреплять вас, учить вас, направлять вас, защищать вас, ходатайствовать за вас». Как мы можем думать, что нам удастся прожить эту жизнь без утешающего присутствия Божьего? Я в восторге от этого. Аминь. Мы не можем жить без утешения Божьего, без уверенности Божьей.
В детстве, как и у всех, у меня бывали кошмары. Я помню, как пошел в цирк и увидел клоуна. И мне приснился кошмар с клоуном. Это смешно, но это так. Ты должен смеяться, а тебе снятся кошмары. Я помню, как услышал шаги своей матери. Каждый ребенок знает звук шагов своей матери. Я словно услышал: «Все будет хорошо, все будет в порядке, все отлично, мама и папа дома, так что все будет хорошо». Я хочу сказать вам сегодня, возможно, и вы проходите через бурю и проблемы, но все будет хорошо. Бог не бросит вас, Бог не оставит вас. Бог послал другого утешителя. Бог послал кого-то, чтобы он был рядом с вами на каждом шагу. Слово «утешение» на греческом «параклисис» означает «ободрять», «возносить» и «поднимать». Это и есть характер Духа Святого. Откуда в религиозных кругах взялось представление о том, что если Бог задействован в чем-то, люди должны чувствовать себя плохо, что мы должны раскрывать людей, подавлять людей, любовь покрывает. Слово «утешитель» «параклитос» состоит из двух слов. Это «пара» и «калео», которые означают «идти рядом с другим». Идти рядом. Я хочу немного упростить это. Я знаю, что Дух Святой невидимый, как ветер. Ветер невидим, но вы можете его ощущать. Вы ощущаете работу ветра. Вы знаете направление, в котором дует ветер. Вы ощущаете легкий бриз. Ведь так? Вы ощущаете, когда ветер поднимается. Точно так же и с Духом Святым. Он может быть очень нежным, или может быть активным и сильным, разрушать оковы тьмы, поднимать бремена рабства, выводить вас из долины отчаяния. Хочу сказать всем вам, мы должны узнать Духа Святого. Вы скажете: «Как, пастор?» Вы должны обратиться к нему. Вы должны признать его. Если человек пристойный, и он женат, то он сразу же представит свою жену. Когда мои дети заходят в комнату, полную людей, то проходят мимо остальных и в первую очередь здороваются со своим отцом. Ведь это правильно. Это всегда правильно. Мы в первую очередь признаем отца. Но мы хотим заниматься своими делами и не хотим признавать своего отца. Как мы можем признать отца, признав его представителя? Это тот, кого Иисус послал вместо себя. Он направляет вас на каждом шагу. Люди говорят: «Бог у руля». Да, Бог у руля. Но как? Через вас. Вы говорите: «Пастор, церкви откроются в свое время». Что вы имеете в виду? Мне лечь в спячку? Ничего не делать? Перестать проповедовать? Люди и так будут спасаться. О нет. Библия говорит, как спастись, если не проповедуют. Библия говорит, как прекрасны ноги тех, кто проповедует Евангелие. Библия говорит: «Возложите руки на больных, и я исцелю их». Есть Божья часть и человеческая часть во всем. И в открытии наших церквей также есть человеческая и Божья часть. Мы будем молиться, и будем не только молиться, праведно. Слава Богу, что Иисус не смотрел на все правила, ведь тогда бы Он не исцелил никого в субботу. Фарисеев и саддукеев, грустных, религиозных людей с такими лицами, словно они весь день ели лимоны, не интересовало, чтобы кто-то исцелился. Они говорили: «Ты исцелил этого человека в субботу». На что Иисус отвечал им: «Если ваш бык упал в колодец в субботу, вы что, не пойдете доставать его на следующий день? Вы бы помогли ему тут же». О чем же он говорил? Люди нуждаются в помощи сейчас. Люди нуждаются в помощи каждый день. Люди страдают каждый день. У нас не могут быть правила, которые мешают нам помогать людям по Слову Божьему. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Первая церковь не учитывала все правила.
им угрожали, их избивали, им говорили: «Вы не можете учить и проповедовать во имя Иисуса». На что они сказали: «Не вам решать, кого мы должны слушаться, вас или Бога. Однажды все мы предстанем перед Богом и дадим отчет. Вы можете бить нас, вы можете угрожать нам, но мы скажем вам одно: мы не перестанем проповедовать Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, потому что нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Нет надежды вне личности Иисуса Христа, и одно из главнейших заданий Духа Святого — возносить имя Иисуса и прославлять Его. И после того, как Он приходит ободрить нас, Он ведет нас к тому, чтобы приводить людей ко Христу во имя Иисуса. Если бы сегодня наши церкви открылись, то сколько человек спаслось бы? Тысячи и тысячи каждое воскресенье. А вы сидите и говорите: «Нет ничего страшного в том, что церковь закрыто, потому что церковь — это не здание. Все потому, что вам нет дела до людей. Вас интересуют лишь ваши правила». Слава Богу, что церковь в Китае не соблюдает правила и законы, втайне привозя Библии. Иисус злился лишь тогда, когда людям не позволяли приходить к Богу. Подумайте. Он не злился на то, что люди занимаются бизнесом. Люди занимались бизнесом во внешнем дворе, месте, которое было дано для язычников. Это было место, где они могли принять Божью милость и благодать. Не думайте, что Бог доволен тем, что происходит. Не думайте, что Бог нормально воспринимает то, что потерянные не могут прийти к Нему. Не думайте, что Бог нормально воспринимает то, что люди не могут прийти и встретиться с Ним. Я скажу это еще раз. Я могу пережить это и дома. Грешники не смотрят нас сегодня. Они нас не смотрят. Многие страдают, пока вы сидите у себя дома в своей надменности и религиозности. Иисус разозлился лишь в одном случае. Он сделал плетку и не пошел молиться за них. Он выгнал их плетью. Он плетью прогнал их из внешнего двора. Когда вы слушаете Духа Святого, то знаете, что Бог скорбит, что Он плачет над своей церковью. Вы поймете, что Бог желает, чтобы Его народ доверял Ему и верил Ему. Я услышу аминь. Итак, Иисус послал Духа Святого, чтобы Он помог вам, помог лично вам. Он ваш утешитель, ваш путеводитель. Он болеет за вас. И сегодня утром я сидел в спортзале. Это немного не по теме, но я все равно расскажу. Я сидел в спортзале на этой неделе. Мой разум не был там, где я находился. Я думал о церкви, о решении открыть или закрыть церковь. Я думал о страдании людей. Это бремя давило на меня эмоционально. Я думал о людях. Я делал жим ногами, но это никак не помогало мне. Недалеко была прекрасная пожилая женщина. Ей было где-то 75 или 80. Она стояла на расстоянии, а потом подошла ко мне. Она была в маске. Я впервые в жизни видел ее. Она подошла ко мне. Обычно я не разговариваю с незнакомцами, если только не рассказываю им о Боге. Я также не позволяю людям молиться или пророчествовать надо мною. Я допустил такое раз, и они наговорили чепуху. Я сказал им: «Спасибо, идите поговорите со своим пастырем. Мне не нужна ваша молитва или пророчество». Но эта женщина была похожа на ангела. Она была прекрасна. Было видно, что она ходит с Богом как минимум лет 60. Она 15 минут сидела и смотрела на меня. Потом она подошла ко мне и сказала: «Пастор, я не хочу давить на вас, но я ощутила побуждение подойти к вам и сказать, что мы все молимся за вас и благодарны за то, что вы стоите за то, чтобы церкви открыли. Я смотрю вас по телевизору, я не член вашей церкви, я не эмоциональный человек,
Я сказал: «Хорошо, я мужчина, мне нужно отойти, потому что я ощущаю Божье помазание». Я пошел на другой край, чтобы потренировать ноги, она все равно сидела там. Тогда я подошел к ней и сказал: «Спасибо». Она посмотрела на меня прекрасными глазами любви. Я ощутил любовь Божию, которую не ощущал давно. Она взяла меня за руку и сказала: «Можно я помолюсь за вас?» Она помолилась за меня, я ощутил Бога в зале, как давно не ощущал. Затем она сказала: «Я хочу, чтобы вы знали, что Бог рад вам и тому, что вы делаете. Не отступайте. Мы молимся за вас». Я еле сдержал слезы. Я ушел, зная, что Бог с нами, за нас. Бог убедил меня, что мы не преклонимся перед духом запугивания. Мы вернемся в силе, потому что мы боремся не за себя, а за Его дело, за людей, которые потеряны, которые без Иисуса Христа. Мы будем стоять, как первая церковь, между живыми и мертвыми. Мы будем проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что нет другого пути и нет другой цели, которая выше цели Христа. Он хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок услышали Евангелие Иисуса до того, как наступит конец. Воскликните «Аминь», если вы верите в Иисуса. А если вы думаете, что вам лучше сидеть за телевизором, чем в церкви, то, когда церкви откроются, не приходите в свою церковь. Оставайтесь со своим оружием. Аминь. Вы спросите, как все это связано с Духом Святым? Напрямую. Дух Святой пришел, чтобы активировать нас для Иисуса, сделать смелыми свидетелями для Иисуса Христа. Он пришел, чтобы мы стали храбрыми и бесстрашными во имя Иисуса, чтобы мы не преклонились перед духом этого мира. Мы должны быть главными болельщиками друг друга. Мы должны болеть друг за друга. Мы должны говорить: «Давай стоять вместе! Давай попирать ад и населять небо! Давай стоять за дело Христа! Давай бороться за будущие поколения!» Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, многие из них заплатили цену своей жизнью, чтобы у нас с вами сегодня было христианство. Такое облако свидетелей, они болеют за вас. Вы можете критиковать меня, но апостол Павел, Петр и сам Иисус болеют за меня. Они болеют за меня. Давай, проповедуй Евангелие. Борись за мою церковь. У тебя сегодня настоящая тренировка. На тебе дух разминки. Кстати, и ты разминаешься со мною? Вот что делает Дух Святой. Аминь. Он дает нам силу. Он не прячет нас в безопасный угол. Мы должны взяться за дело. Мы должны сбросить с себя грех и начать бежать, не сдаваясь. Мы должны сбросить духовный жир, паразитирующие грехи. Продолжайте смотреть на Иисуса, который начал и закончит вашу гонку. Мы не можем позволить ковиду определять, как нам поклоняться Богу. Я услышу «Аминь». Мы откроем наши церкви безопасно и ответственно во имя Иисуса. Скажите «Аминь», потому что мы можем делать это. Я хочу поговорить вкратце о трех вещах в ближайшие 5 часов, которые остались у нас. Конечно. Когда закончится выпуск, десятки тысяч людей останутся. Итак, я хочу поговорить о трех методах утешения Духа Святого. Во-первых, через Его ободряющее присутствие. Это то помазание, которое я ощутил в зале. Люди не понимают, насколько это трудное время для пастырей. Если вы хотите открыть свою церковь, вас критикуют. Если вы не хотите открыть свою церковь, вас тоже критикуют. К кому нам обратиться? К Богу и к Его Слову. Мы слушаем голос Духа Святого. Не
не думайте, что будем идти в том, к чему нас призывает Бог, не сталкиваясь с оппозицией. Даниилу пришлось проигнорировать законы. Сидраху, Месаху и Авденаго пришлось проигнорировать законы, чтобы служить Богу. А вы, будучи христианином, можете лишь цитировать Римлянам 13. Но вы не читали книгу Деяний. Мы говорим о гражданских властях, думая, что эти власти защитят общество. Но у них ничего не получится, если они не будут служить Богу. Абсолютно ничего. Если это правительство издаст закон, что мы все должны залезть на крышу и спрыгнуть с нее, а вы не сделаете этого? Если они издадут закон, что у вас может быть лишь один ребенок, как в Китае, то что будет? Насколько сильно мы готовы прогнуться, пасторы в нашей стране? Тысячи людей слышат нас сейчас. Дух Святой говорит: «Мой народ страдает. Мой народ мучается. А где же Моисей? Скажите, где Гидеон? Где Иоаннафан? Где тот, кто поднимется ради моей цели? Где тот, кто будет защищать сирот? Где тот, кто встанет за страждущих?» Хватит сидеть и говорить: «Пастор, Бог все контролирует». Нет, Бог дал нам контроль. Бог дал нам ключи от Царства Небесного. Бог ожидает, когда мы начнем действовать, говорить, стоять во имя Иисуса Христа. Единственный способ Богу подняться — через Его Церковь. Скажите «Аминь», если вы понимаете, о чем я говорю. Нам не нужна мертвая религия. Нам нужна Церковь Иисуса Христа, которая скажет «Хватит во имя Иисуса Христа». Итак, в первую очередь, Он ведет и утешает вас через Свое присутствие, и Бог не только за вас, но Бог с вами. Римлянам 8 глава. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог с вами, и люди борются с вами, то угадайте, с кем они борются? Они борются с Богом, который с вами». Угадайте, чем закончится их битва? «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас». Как же с Ним Он не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Скажите: «Я прощен, я омыт кровью святою». Поднимите свою руку. Скажите: «Я омыт кровью». Скажите: «Я праведен. Во Христе Иисусе я Божья праведность». Также вы можете сказать: «Я рожден свыше, но аллилуйя, кто осуждает? Христос Иисус умер за нас, Он и воскрес». Иисус не осуждает людей, Он только поднимает. Прославьте Его. Я услышу сегодня «Аминь» с балконов, но я просто так хочу позлить хейтеров. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, чтобы ходатайствовать за нас. Так как же Он может осуждать нас? Он ходатайствует за нас. Или молится за наш триумф? Вы должны знать, выступает ли Бог за открытие своих церквей или нет. Так что же, это вовсе не высшая математика. Вы либо за, либо против. Я говорю о CRC. Я имею в виду церкви в городах и селах. Я не слышал, чтобы президент почтил память пастырей, которые умерли.
время пандемии, служа общинам. Сотни пастырей, как и медработники, каждый день идут на передовую. Я читаю каждый день посты о том, что очередной пастор умер от ковида, служа людям, но их не почитают. О них как будто бы никто и не знает. Лишь критикуют, кто отлучит нас от любви Божией. Никто не отлучит. Ничто во Вселенной не может уменьшить Его любовь к нам. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Часто религиозные люди делают так, чтобы вы чувствовали себя нелюбимым. Владельцы гостиниц и наркоторговцы не говорят ничего о церкви. Разве это не удивительно? На самом деле грешники любили Иисуса, а религиозные люди нет. Иногда я читаю посты людей на Фейсбуке и думаю, интересно, где бы вы стояли, если бы распинали Иисуса? И этот же дух продолжает действовать и сегодня. Это не Дух Святой. Сказано, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота. Или опасность, или меч. Они не могут помешать. Всемогущие любви. Я в восторге от этого. Они не имеют власти против любви Божией. Никакое оружие, сделанное против вас, брат и сестра, не будет успешным, потому что Бог защищает вас. Бог покрывает вас своими крыльями. Вот где я укроюсь. Я не знаю, где вы находитесь сейчас, но я хочу сказать вам, что есть место, в котором вы можете спрятаться в присутствии Божьем. Давайте, давайте. В присутствии Божьем. Вы можете укрыться в руках вечного Бога. Это 90-й псалом. Возможно, сегодня вы боретесь с ковидом, смотрите нас из больницы. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Я молюсь сейчас за ваше тело и за ваши легкие. Я повелеваю этому вирусу покинуть ваше тело во имя Иисуса. Я разрушаю хватку вируса под вашими легкими, вашей дыхательной системой, вашей кровью во имя Иисуса. Я говорю, вы будете жить и не умрете во имя Иисуса. Я высвобождаю присутствие и силу Божью прямо сейчас во имя Иисуса. Я разрушаю дух немощи вашей жизни и провозглашаю жизнь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Сейчас давайте прославим Господа. Даже если у вас нет сил, ну подвигайте хотя бы пальцем. Прославьте Бога. Бог не покинет вас ни могуществом и ни силой, но Духом Святым, и никакая задумка сатаны не может отделить вас от всемогущественной Божьей любви. Вы не можете пойти туда, где нет Бога. Он вездесущ. Вы не можете сделать что-то, из-за чего Бог перестанет вас любить. Петр убежал от Иисуса. Но Иисус побежал за ним, когда Адам спрятался в кустах. Бог пришел искать его. Также, когда Моисей блуждал 40 лет, убегая от Бога, Бог пришел к нему в горящем кусте. Когда Самсон был привязан к столбам, Бог пришел к нему, и его волосы снова начали расти. Мне это нужно. У него снова отросли волосы. Возможно, вы говорите, что Бог смотрит на личности, что Богу нет дела, что Бог злится, что Бог тычет пальцем в ваши грехи. Это то, что делали религиозные люди тех времен. Он помогал людям, а они критиковали его. Вспомните человека, который родился слепым. Им не было дела до того, что он был слеп.
Но их зацепило то, что Иисус исцелил его в субботу. Они спросили: «Ты был слеп?» А потом они спросили родителей: «Это ваш сын?» Они сказали: «Спросите его сами». Почему? Они боялись, что их выгонят из синагоги. Вы представляете себе это? Как можно не знать, твой или это сын? Человек испугался. Я боюсь последствий своего признания Иисуса. Итак, с каждым, кому помог Иисус. Иисус сделал все, чтобы разрушить старый порядок и установить новый. Установить новое царство, которое было бы выше этого физического порядка, который насаждают нам. Посмотрите, что было с этим человеком. Он не видел, что происходило. Сейчас я скажу пророчески. Наступит время, когда каждому христианину придется принять решение и стать по одну или по другую сторону баррикад. Если вы нападаете на других христиан, то мы уже знаем, на какой стороне вы находитесь. Вы не в Божьем Царстве. Божье Царство — это Царство Света, Царство Любви, Царство Ободрения, Царство Подъема, Царство Защиты. Когда вы в Божьем Царстве, вы ощущаете безопасность. Я услышу аминь. Итак, Он утешает нас своим ободряющим присутствием. Он утешает нас через Свое Слово. Нет ничего, что могло бы сравниться со Словом Божьим. На этой неделе многие присылали мне места Писания. Правильные слова, сказанные в нужный момент, творят удивительные вещи с вашим духом. Библия богодухновенна. Дух Святой ободряет нас, напоминая нам о том, что Иисус сказал в Слове. Проводите время в Слове, размышляйте над обетованиями, а не над проблемами. Размышляйте над тем, что обещал Бог. Как там твои руки? Бицепсы растут. Кто-то мне прислал одно местописание, в котором говорилось: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Бог говорит: «Вы будете сильнее своих соперников». Это Исаия, 41 глава, с 10 по 13 стихи. Бог говорит: «Вы будете сильнее своих соперников». Да, я помогу вам, поддержу вас, помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. С чем бы вы ни сталкивались в своем бизнесе, с каким бы сопротивлением вы ни сталкивались, в какой бы битве ни участвовали, это слово для вас. Бог с вами. Даже в самые трудные времена Бог укрепляет вас, вы становитесь сильнее, вы не останетесь внизу, вы станете сильнее, потому что Бог с вами. Бог не подведет вас, не оставит вас, не разочарует вас. Это будет ваш год божественного восстановления, потому что именно об этом и говорит Бог. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса Христа. Когда Илия оказался в долине отчаяния, что сделал Бог? Во-первых, он послал к нему ангела, чтобы утешить его. На этой неделе ко мне пришел ангел, та женщина. Возможно, я никогда больше не встречусь с ней. Она была ангелом от Бога. Я знал. Точно так же я знал, когда несколько недель назад я вышел на сцену, и Дух Святой сошел на меня. Он обратился ко мне. Он рассказал о своей любви к церкви, а потом ко мне подошла незнакомка и сказала: «Пастор, мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим вас и молимся за вас». И это не был один из лицемерных христиан. Она нежная. Убедить и восстановить.
Возьми свою накидку. Также возобновить. Не сдавайся под натиском Иезавели, духа давления. Продолжай двигаться вперед. Как бы плохо все ни выглядело, иди вперед. Я хочу, чтобы вы знали, CRC далек от поражения. Мы активны, как никогда. Наша церковь стала сильнее, чем когда-либо. Наше влияние растет. Я не борюсь за то, чтобы церкви открыли для нас. Я борюсь за то, чтобы церкви открыли ради будущего христианства. Я могу вести себя так каждое воскресенье. Я могу проповедовать перед миллионом и перед двумя людьми. Это не имеет значения. Я научился еще в Леди Брэнни проповедовать от всего сердца даже для 6 человек. Но я понимаю ущерб. Люди не спасаются. Люди не переживают прикосновения. И меня это не устраивает. Не устраивает. Люди пытаются успокоить меня и говорят: «Не злись». Я не злюсь. Это ревность. И в этом большая разница. Ревность. Аминь. Третий источник — люди. Величайшее утешение, любовь и ободрение в жизни от Духа Святого приходят через людей. Люди молятся за вас, являют вам любовь, поддерживают вас хорошим словом. И сегодня утром я хочу сказать, что есть люди, которые любят вас и заботятся о вас. Есть Бог, который так сильно любит вас, что послал своего Сына умереть за вас. Вы можете чувствовать себя потерянным, брошенным, но это не так. Бог любит вас. Возможно, вы не отдавали жизни Иисусу, так я хочу, чтобы сегодня вы положили руку на сердце и сделали это вместе со мною. Просто скажите эти слова: «Господь Иисус, я отдаю себя Тебе. Спасибо, что так сильно возлюбил меня, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я отдаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас».